И всем приветики, ползатики, с вами снова GameShock. Мы продолжаем играть в игрушку VisteryCraft High Tech. Да, сегодня на сервере уже созданы два варпа, Warp Sin и Warp Code Shop. Как вы понимаете, Warp Sin был создан второй. Да, вы все-таки чего? Да, вот вчера я запустил варп, это было четвертый день после вайпа, сегодня пятый. И спустя всего лишь пару часов запустили Warp Sin. Спасибо, конечно. Ой, фу ты. Так, ща. Чтобы не ошибиться с ником. Салам. Спасибо ему. Он помог создать Warp. Ну, создал только точку, если честно. И вот, он тоже помог создать им варп. Да. Надеюсь, этот варп хороший. В принципе, я могу его прямо сейчас вам показать. Варп Си. Господи, хоть бы они не обзывались. Да, у них тут типа красивее куда. И у них в тиме... Раз, два, три, четыре человека против одного. Офигенно, не правда ли? Да, у них есть шерсть, порох, ну всякая фигня. Максимум это череп из сушителя, и то он стоит дорого. Вот серьезно, продают самые странные вещи. Вот, ладно, понимаю, солнечная панель, ускорители и ведьмы. Это я понимаю. Вот, они вот эту идею у меня стырили, заряженные чистые кристаллы. Ох, они котыны такие. У меня стырзили. Кстати, у них тут можно... А, у них стоило еще дешевле. Можно покупать вообще за изи светокамень. У них электросхемы, продвинутые электросхемы. Также обмен руд. Ну, обмен руд я и сам сделаю, как вы видели в той серии. Да, она выходит вчера, ну точнее, для вас вчера, для меня сегодня. Сегодня две серии за день выпускают, так как позавчера не было. И также они рушат экономику, резину продавая всего лишь за 5 оловянных слитков. Это очень-очень дешево. Ну, прям слишком дешево. Серьезно. Так, ну, раз они хотят конкуренции, будет им конкуренция. Мне вообще эту сталь я могу продавать одна штука за одну штуку. Мне как бы вообще без проблем. Мне вообще пофиг, абсолютно. Знаете почему? А потому что у меня автоматическая добыча стали полностью. Так, я сейчас напишу рекламу. Так, все прописал. Ну и что ж, сегодня мы продолжим тему МГшки. И я уже немного подготовился. Кстати, вы заметили, я тут убрал. И реактор сделал больше. Я сделал два молекулярных сборщика. Офигенно просто. Также, ну, чуть-чуть ячеек сделал, которые дико забиты. Да. Так. Ух, ё-моё, им мне ж придется вниз разместить. Чёрт. Ну ладно, сейчас там почищу немного и вернусь. Так, вот, немного расчистил, и я забыл. То, что для того, чтобы делать автокрафты, во-первых, нам понадобится... Терминал шаблона созданий. Да, именно он. Да господи, почему этот терминал исчезает? Что не так? Все, терминал шаблонов готов. Для него нам нужны шаблоны. Логично, в принципе. Шаблоны делаются несложным образом.
Вот таким вот. Давайте создадим штук 4, больше нельзя. Очень жалко. Так, ну и в принципе начнем что-то хоть кодировать. Да, такое ощущение, как будто я играю не в Майнкрафт, а в это. Так, и что можно было закодировать? В принципе, кодировать можно прям что угодно. Вот, допустим, из алмазного этого сделать угольную пыль. Офигенно, не правда ли? Да, правда, это не выйдет, и МЕ застопорится. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Когда ты немножечко тупой и забыл про то, что нам еще надо скрафтить вот такую вот фигню под названием. Господи, что не создается-то? А, я его не создал. Так, так, так. Сейчас, секундочку, подождите, плиз. Блинский, блин, а это немножечко хардкорнее, чем я думал. Так, один МЕ компонент готов. Делаем 4К МЕ компонент. А вот из него уже нам придется сделать 4К хранилище созданий. Оно позволит нам создавать. Логично. Это все надо подключить обязательно к МЕхе. Кстати, сюда бы стоило плотный кабель поставить вот сюда и разделить. Потому что тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уже 8. Так, схожусь-ка, закуплюсь на варке син, потому что у меня шерсти нету. Потому что, ну блин. Я единственный всем занимаюсь, поэтому не успеваю за все отвечать. В принципе, железки у меня хватает. Так. И нужны провода. Господи, сколько кварца же придется дробить. Ой-ой-ой-ой-ой, это ж просто. А, ну в принципе, он есть готовый. И не знал то, что я заготавливал его. Или забыл. Так лучше сказать. Так, и сейчас нам нужен заряженный кварц. Черт. Надо бы будет посмотреть схему автокрафта, ой, увеличения кварца. На ТДМ, помните, она была 100%. ТДМ. Почему я говорю техно драконик магик? ДТМ. Так, кварц и красная пыль. Пунь, пунь, пунь. Пунь. Все, получаем немножко. И делаем так вот. Все. Так, для того, чтобы сделать уплотненный кабель, нам понадобится всего лишь шерсть. Чё? Смотрите. What the fuck? Вот это баг, ребята. По-моему, 4 штуки хватить должно. Да, вот. И плотный кабель. Он переносит в себе 32 канала. Так что, поэтому я его и взял. Ой, создал. А вот этот переносит 8. Так же, как и уплотненный. Так что смысл создавать уплотненный нету. Чего? Почему он только 4 канала? Один туда. Один тут. А, типа ME интерфейс не считать, что ли, за каналы, а? Раз, два, три. Странно как-то. Ну да ладно, чем меньше канал занято, тем лучше. Главное, чтобы он не багал. И для начала мы запустим...
В принципе, сейчас стоило бы создать себе. Так. ME карточки. Для этого нам понадобится вот такую вот сделать. О, господи. Там кристаллов скоро не останется, черт. Сделать вот такую, ну хоть какие-то пусть будут. Так, потом. Черт, их же надо всех крафтить. Создам вплоть до 16 ступени. Фу, 16 ступени, господи, это как много должно быть. Так, и вот, видите, можно сделать. Так, создам сразу 3, чтобы не париться. Потом. Так. Хобана и расплавленного кварца нету. Зашибись. Да, надо эту схему будет все-таки 100% посмотреть, а то ГГ. Кварца у меня. Так, все, расплавленный кварц есть. А, не такой, что ли? Фу, тогда еще меньше проблем. Потому что такого я легко и могу создать стекло. Так, создам про запас чуть-чуть. Все, готово, 16-й. И... осталось только один создать. Так, все, старт пошел. Шпуньк, шпуньк. Все, изи. Вот до 16 мы создали. Но также нам понадобится сделать еще вот эту вот обертку. Для этого нужно тоже кварцевое стекло. Все. Офигенно просто. А теперь я пошел торговаться на кварц. Потому что, чтобы хоть что-то поместить, туда обязательно нужно положить предмет. Ну, а пока я жду кварц, я тут немножко решил заняться автоматизацией всего. Вот. Да, мне лень было делать улучшения вот эти, потому что это... А, господи, мне легче. Мне легче сейчас шины поставить, серьезно. Ну, шины-то потом пригодятся, а улучшение в любом случае можно будет сделать позже. Так, ну и сейчас, в принципе, мне осталось только кодированные шаблоны создать, множко. Также создать... Ой, поставить еще пару вещей. Вот типа электропечки, электропечки, утилизатор не будем ставить, экстратор не будем ставить, дробитель, компрессор я уже поставил, ну и в принципе пятых я не знаю для чего. А почему дробитель я взял, мне ж нужна печь. Так, все, готово. Легко и просто. В принципе, это тоже бы надо было бы автоматизировать, но как-то лень. И пофиг. Так. Так. Я забыл. Ой, не могу найти. Во, все. Надо же иногда рекламировать как-никак. А то вард просто останется. Вот, в принципе, на ДТМ у меня был хороший вард.
Только благодаря пчелкам. Единственное, что там было хорошее, это пчелки. Серьезно. Я только благодаря них на плаву держался в начале. Ну и в конце тоже. В принципе, без разницы. Я там досолдал ранку и все. Так, а теперь мне надо бы. Стоп, чуку. А, это медный прол появился. Создать шаблонов побольше. Шаблоны. Ебой. Так, все, парочку создали, все. Теперь просто делаем всякую дичь. Вот типа этого. Типа этого. У меня что, красная пыль закончилась? Ема, красная пыль закончилась. Где тут измельчитель? Нет. Не работает. Черт. Так, ну, в принципе, мне еще осталось чуть-чуть, чтобы доделать этот крафт. Крафт. Оу, щит. Нужно же три металлических металлоформочных механизма. Ребят, я не знаю что, но произошла какая-то магия. Теперь понятно, что он так долго делает. Ясно, понятно. Ну, в принципе, так даже лучше, если честно. Серьезно. Так, все, готов металлоформовочный механизм. Теперь у меня их два. Все, good, все, nice. И один на прокатку, другой на резку установлен. Сразу закидываю сюда это. И все, кодированный шаблон. Nice. Кстати, редстоуна у меня так много. Так сильно не прибавилось, что очень жаль. Ну, логично, так как тут почти сундук редстоуна лежит, а тут ничего. Блин, жаль то, что так мало покупают, хотя народу нормально. Итак, ребятки, вот я посмотрел, как сделать схему для. Ну, короче, для бесконечного кварца. И она просто до ужаса легка. Нам понадобится всего лишь дробитель из Ender IO. Одна штука, в принципе, хватит, но сделаю две. Потому что я на будущее еще собираюсь делать. Ох, черт! У меня нет стали. Так, получается 6, это все равно надо будет делать. Вот черт, не повезло сейчас. Так, все. По идее готово. Ага, теперь у меня не хватает стали. Браво, человек, который постоянно заготавливается, у него не хватает вещей. Супер. Так, все, в принципе, пару стаков стали готово. Так, и у меня делалось железка. Железко, офигеть, 4 стака, это так много железа. Ё-моё, тогда надо половину убрать. 32 должно быть. Офигеть. Так, 32. Все. Господи.
Капец. Я думал то, что за так мало так много уйдет. Все, фух. Ладно, будет поменьше железка продавать. Буду, точнее. Куда меньше, чем планировалось. Ой, не железка, путай. Господи. Путаюсь в словах. Высекатели. Прессы для высекателей. Во, все, вспомнил. Достак это 10 тысяч. Ой, 1000. Так, все. Господи, вообще путаюсь. Так, ну в принципе сделаю еще вот такую вот рамочку. Я ж хотел два дробителя как-никак. Шпуньк, 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 шпуньк. Все. Чё? А, ну, ок. Окей, типа, ладно, не хватило. Так, ну и осталось... Может, хватит, всё-таки нет? Нет, не хватает. Ладно, осталось только создать дробитель. В принципе, для него у меня есть восьмислойный кондёрчик. Так, без потерь мне нужно. Так. Вот. Это вот убираем. Так, поднимаем. И теперь надо продумать схему, потому что там должен быть зарядник. Мне же надо еще скрафтить зарядник. Заряд. Миг. Делается он вообще легко. Раз. Два. Хотя мне одного хватало. А. Не, не, вру, нелегко. Ладно, сейчас сделаем все быстренько. Так, 4 блока истинного кварца есть. Так, теперь их надо все зарядить. Ну это опять ждать. Так, ну и так, вот две этих готовы, жемчужины. Ну и все, типа зарядник тоже готов. Я тут уже чуть-чуть придумал схемку, как это все будет выглядеть. А выглядеть это все будет достаточно-таки странным образом. Сначала идет зарядник. Вот тут вот. Потом. Вот сюда вот. Так, ну, надо тут перекрыть. Все, отключили. Потом вот тут вот идет дробитель. Так, настройки. Тянуть, толкать, тянуть. Отсюда. Так, ключи. Режим. Так, и все, по идее, вся схема уже работать должна. Но для начала нам надо зарядить хоть чем-нибудь. Так. Теперь надо создать. А, нет, у меня глины нет. Нет, есть. Слава богу. 4 штучки. О, баги. Так, дробитель и в электропечку. Кстати, я сейчас хочу заняться ускорителями, а то что-то все долго слишком. Так, вот, готовы низковольтные провода. И также еще чуть-чуть катушек тоже готовы. Все. Теперь нам осталось все это засобачить. Вот таким вот образом. Кстати, треугольник вышел. Хотя,
его нету. Magic. Так. И теперь надо чуть перестроить. Во-первых. Надо чуть отлететь, чтобы отбагал. Так, тут отключено сделать, чтобы сразу не всасывался. Так, 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 потом нужен заряженный кристалл, чтобы именно он выходил. А тут уже все настроено. Но не все так легко и просто, как кажется, на первый взгляд. Ведь нам понадобится поставлять туда. Самое-самое страшное. Стальные шарики. Да, именно они несут всю работу. Так. И теперь нам нужен сундучок. Сундук. Пусть золотой будет, вообще пофиг. Так. И негде подключить. Все, настройки снизу. Тянуть. Панель что, не справляется? ГГ майн залагал. Или у меня вылетело. Когда ты немножко тупой. Извините, ребят, что так вышло, но я забыл, что снизу сундуки не открываются. И придется, значит, вручную поставлять шарики темной стали. Печально. Хотя... Кто сказал, что вручную? Когда это все можно автоматизировать? Так. Теперь хоба. Хоба. И хоба. Не то. И хоба. Блин. И хоба, все готово, автоматизация на высшем уровне. И теперь смотрим. Как вы видели, вот там вот спокойно можно делать x4 из двух руды. Но так как тут кварц, тут он делается на одну больше. Так, и теперь просто, вот давайте положим стак кварца. Стак. И по идее, у нас должно выйти всего лишь два стака чистого кварца. Но посмотрим, как все выйдет. В принципе, можно ускорить этот момент. Ну, ребятки, в принципе, тут уже все понятно. Тут серьезно, уже более двух стаков и 9. Вот сейчас, по идее, в скором времени должен увеличиться на 2. Ребятки, прошу прощения, то, что так сильно врываюсь, но... Это видео получилось на 1,5 часа, так что я решил его немножечко разделить, так сказать. И это первая часть. Завтра примерно во столько же выйдет вторая часть. Ну а я пошел дальше. Всем пока!